История Московской консерватории неразрывно связана с именем великой княгини Елены Павловны. Это была одна из самых уважаемых представительниц дома Романовых. Именно она отдала большое количество денег на создание консерватории в Санкт-Петербурге и также в Москве. Поэтому каждый раз, когда мы посещаем Московскую консерваторию, имейте в виду, это также заслуга этой представительницы дома Романовых, как и великого князя Константина Константиновича.